Всем привет, друзья! После работы на пасеке решили мы Славен, передай привет. Привет. Заехать посмотреть на рой. Тут у нас есть местечко, где живет дикий рой. Он уже тут давно живет. Сначала жил, потом пропал, наверное. Потом там жили шершни, да, Славен? Да. Шершни, потом пчелки походу отстояли свое гнездо. Наверное, шершни слетели. И опять поселились пчелки. И вот сегодня у нас 9 февраля. Мы мимо ехали, решили понаблюдать за пчелками, что они тут живы, здоровы или нет. Так, Славен, тихонько. Вот тут такой. Давайте я вам сдалека покажу. Вот такое дерево. Вот такое хорошее. Но дупло непосредственно в самом корне. Вот тут. И вот здесь. Видно, что тут где-то есть. Походу тут в стволе, наверное, ближе к землю, там где-то гнездо. Конечно, давайте сейчас попробуем, может, что-то услышим. Ну, тихонечко. Ничего не слышно, Славен. Есть, оно меня слышно, да. Йо, друзья, ну я вижу, не знаю, я не знаю, как показать. Там соты есть, а там аж внизу, а там, а там, а там. Фонариком. А как фонариком? Я не знаю. С телефона. Ну, короче, пчелки живы. И что самое интересное, нет. Достать особо их не достанешь. Ну что ж, пускай живут. Они сидят, можешь услышать, я постукал. Да? А ну давай, стучи. Слышите, друзья? Все там есть. Пчелки живут. Славен, да. Ну что, пчелки наши тут живы? Ну, они не наши, дикие пчелки. Их, конечно, можно оттуда выманить, но мы не будем выманивать, мы будем просто периодически наблюдать за ним, да? Да. А может, попробуем когда-то, да? Я же весной ловил рай. Короче, можем и попробовать вынуть. Ну, тут такое место, тут просто ставочек, и, ну, тут люди купаются, и если сюда сделать именно, ну, поставить улей, чтобы... Ну, через него проходили пчелы. Есть так. Можно сюда поставить улей, трубочки. И пчелы сотами. Пчелы будут выходить и через улей. И со временем матка перейдет в этот улей. И можно их так вытянуть. Потому что дерево, я так понимаю, пилить никто не будет. Ну, или пускай живут. Будем наблюдать. Да, Славен? Да. Так что, друзья, вот такой мы для вас видосик сняли с роем. Короче, будем показывать. Если будет у нас время показывать. Все, друзья, спасибо вам за внимание. Славику спасибо за экскурсию. Все. Пока, Славен. Всем пока.